Так, ну расскажу теперь вам, отвечу на вопрос, как избавиться от осиного гнезда. Вот у нас осиное гнездо, показываю. Там, конечно, сейчас все спят. Хочу сказать, что все должно происходить культурно, спокойно, вот, никого не обижая. Вот. Ваши действия. Подходите к гнезду, берете, стучитесь, потому что, естественно, там же живут существа. Стучитесь. Ой, вылазился. Вот. Они просыпаются, вылазят. Ваша задача, как бы, определить, кто из них самый главный. Хотите, спросите у них. Хотите, по внешности определите, кто именно самый главный. Как вы только определились, кто самый главный, вам надо резко воткнуть палец в глаз, назвать его Кутузовым и убегать, короче. Бегите куда можете. Бегите кроу, два, три, там, бегите. Отвлекаете, они за вами все улетают. Вот. А в это время, естественно, дома никого здесь нету. Жена, кто там, сын, там еще кто там. Спокойно подошли, домик растоптали. Все, без всяких последствий. Все спокойно и культурно.